Всем первокурсникам мой пламенный привет! Возможно, вы здесь ждете полезных книг для учебы. Это зря, их здесь не будет. Или почти не будет. Не считай себя компетентным давать вам методические советы. Впрочем, не выключайте, кое-что, конечно, будет. Но выбор субъективный, да и то с опорой на классику. По матанализу, например, хороши книги, проверенные временем. Учебники Никольского, Кудрявцева или Зорича, первый том которого сейчас перед вами. Это очень увесистая и фундаментальная вещица для тех, кто хочет разобраться в математическом анализе. Алгебре на слуху фамилии Винберг и Куруш, но мне всегда нравился своей художественной силой трехтомник Кострикина. Вот без шуток, с удовольствием читаю его в электричках. Про себя, конечно, не вслух. Вообще, если ваш вуз отстал всего лишь на 20 лет, а не 50, то, возможно, профессора поделятся с вами материалами лекций в PDF. Берите их на вооружение, это сильно помогает восприятию. А теперь о самом главном. Что делать, если вы никак не понимаете матан, а вообще-то хотелось бы? В таких ситуациях, ясное дело, обращаются к Гуглу. И вот тут будьте внимательны. Кликнув по второй ссылке из выдачи, вы попадете на сайт с дизайном вырвиглаз. Телепортация прямиком в 90-е. Но это я по-доброму на самом деле. По одежке встречают, по уму провожают. На этом сайте есть все для того, чтобы вы преодолели барьер между школьной программой и вузовской. Огромное количество разделов по первому и второму курсам. А теперь посмотрите, как устроен отдельный урок. Например, борьба с неопределенностями по правилу Лапиталя. Сначала идет теория, затем большое количество примеров с подробными и понятными решениями. И, наконец, домашка, и та тоже имеет решение. Вы поймите мое удивление, авторы книг по высшей математике очень любят сочинять задачи, а вот решать что-то как-то не очень. А здесь добрые тысячи задач, разобранные с педагогическим мастерством. Короче говоря, на такое и сотку не жалко. Последнее, что хотел показать, это конспект лекций по высшей математике Дмитрия Письменного. Надеюсь, я не ошибся фонетически, но как по мне, хоть письменный, хоть устный, главное, что книга божественная. То есть при математической строгости она написана понятно и доступно, а также включает большое количество примеров. Иногда даже досадно, что в книге не собраны все теоремы курса. Ну да ладно, у меня все. Желаю успехов в постижении царицы наук. И кстати, если вы знаете хорошего человека, которому предстоит сдавать ЕГЭ, не забудьте ему посоветовать этот канал.